Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Дорогами памяти. Бобруйск встретил участников молодежного патриотического проекта. Наш основной посыл – это сила в единстве. Как это было? Огненный апгрейд. На интернациональной горела дорожная фреза. Повреждена обшивка кабины машиниста, моторный отсек. Есть ли пострадавшие? Всегда на связи. Белтелеком заканчивает масштабную реконструкцию сети. Город Бобруйск будет 100% покрыт этой технологией. Что предлагает компания? А также современная столица, единый тариф и зеленый запрет. В 50 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Какие регионы в черном списке? Лицо страны. Вопросы развития белорусской столицы обсудили у главы государства. Александр Лукашенко собрал всех ответственных – мэра, помощника президента и уполномоченных по Минску. Ранее перед руководством стояла задача сделать город образцовым, комфортным и современным. Во Дворце независимости говорили о строительстве знаковых объектов, благоустройстве, здравоохранении, безопасности и кадрах. Мы говорили о том, что Минск у нас отстает по здравоохранению. Так сложилось, что отставал по объектам, по медицинской помощи и так далее. Как обстоят дела сейчас и с основной вчерашней болезнью, ковидом, как у нас здесь? Сколько процентов от максимума? 3,5. Молодцы. 3% – это уже лучше даже, чем в некоторых регионах. А вообще Минск лидировал. Тоже неплохо. В общем, вот все, что связано со здравоохранением. Мы много говорили о местном самоуправлении, о совершенствовании местного самоуправления, и Минск должен быть в этом плане примером. Президент также потребовал найти окончательные развязки в отношении ряда долгостроев и замороженных объектов в центре столицы. Речь в первую очередь шла о «Газпром-центре». Столб дыма из-под капота. Накануне вечером в Бобруйске горела спецтехника. Инцидент произошел на интернациональной. Пламя объяло дорожную фрезу. Серые клубы из моторного отсека виднелись за несколько кварталов. Работники пытались справиться со стихией самостоятельно с помощью огнетушителей и воды из поливочной машины, но безуспешно. В результате данного пожара повреждена обшивка кабины машиниста, моторный отсек. Пострадавших нет, причина пожара на данный момент выясняется. 46 пожаров с начала года и 8 погибших. Это цифры только по Бобруйску. В масштабах страны произошло уже больше 2000 ЧП. Исторический маршрут. Бобруйск встретил участников молодежного патриотического проекта. 30 ребят, посетили места боевой славы, познакомились с культурной и промышленной жизнью города. С собой привезли собственную экспозицию, 2 специально оформленных автобуса. А путь исследования Карина Гуревич. Молодежный патриотический проект из Могилева следует дорогами памяти и славы. Программа насыщенная, но в первую очередь гости обращаются к истокам. Возлагают цветы в мемориальном комплексе в честь советских воинов и партизан в Сычково. Следующая остановка – Бобруйск. Уже 2 недели автопробег колесит по области и вместе с жителями посещает уникальные места. В нашем городе таких немало. У памятника танка на могиле генерала Бахарова многолюдно. Наш основной посыл – это сила в единстве, потому что мы считаем, что молодежь и все жители нашей Могилевской области, нашей Республики Беларусь, как никогда сейчас должны объединиться и одним единым фронтом противостоять попыткам исказить историю, отобрать у нас нашу победу, которую завоевывали наши деды и прадеды. Локация меняется на Бобруйскую крепость. В подарок городу у мемориала жертвам фашизма гости высаживают 24 молодых рябины. С собой забирают землю с территории бывшего концлагеря ДУЛАГ-131. Кисеты со всех регионов отправятся в будущий музей на Буйническом поле. Мемориальный комплекс создал заслуженный архитектор Беларуси Леонид Левин еще в 2014-м. Воздвигнут он на месте лагеря для военнопленных, который размещался здесь в первый год войны. Братская могила стала последней колыбелью для 560 красноармейцев и 95 гражданских. Обязательная часть программы – знакомство с градообразующим предприятием. Белшина – один из крупнейших производителей в мире. Отдельное достоинство – завод сверхкрупногабаритных шин. Здесь создают резину с посадочным диаметром до 63 дюймов. В каждой хватит материала, чтобы обуть свыше 500 легковушек. Их используют самые большие карьерные самосвалы, масса которых больше 800 тонн. Побывать, посмотреть, как работают люди, как работают
машины, размеры колес внушительные очень. Такого, конечно, нигде не увидишь. Очень приятно, что для нашего проекта провели такую экскурсию. Устаем, но это все окупается теми эмоциями, которые мы здесь получаем. Мы набираем новый опыт, мы много чего узнаем о тех временах войны. В принципе, очень интересные экскурсии, очень интересные диалоги с людьми. С собой патриотический проект привез собственную экспозицию. Два автобуса с музейными экспонатами. Первый посвящен Великой Отечественной. Внутри советское и немецкое снаряжение, части военной техники, исторические справки. Второй рассказывает о современности, достижениях Могилевской области в промышленности, медицине, образовании и строительстве. Экспозиция знакомит с гордостью местных предприятий. Здесь сладости красного пищевика, уникальная муфта Таима, рапсовое масло СПК-гигант. Об этой продукции известно далеко за пределами нашей страны. Экскурсия по Бобруйску подошла к концу. Дальше патриотический автопробег отправляется в Кировск. Завершится исторический маршрут 9 мая в Могилеве. Там организуют выставочную экспозицию и заложат парк в Подниколье. Все, чтобы память жила и передавалась из поколения в поколение. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Электронная база, авансовый платеж и перестроенный маршрут. В Бобруйске 9 мая будет ограничено движение на нескольких улицах. В какое время? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси появится республиканская электронная база аппаратов УЗИ, МРТ, КТ и рентгена. Программа сможет обрабатывать, передавать и хранить снимки из всех медучреждений страны. Такая платформа будет востребована во многих направлениях медицины – от кардиологии до хирургии. На большей части территории Беларуси введены запреты на посещение лесов в стоп-листе 51 регион. В Могилевской области ограничения действуют в Хотинском и Костюковичском районах. Лесхозы строго следят за разведением костров и въездом автомобилей на участки массивов. Более 38 миллионов рублей авансовых платежей от физлиц поступило в прошлом году в казну по транспортному налогу. Он пришел на смену госпошлине за допуск к участию в дорожном движении. Исчисляется сумма на каждую машину, которая зарегистрирована в ГАИ. В стране с июня начнет действовать единая цена на природный газ. Для владельцев домов, где установлены котлы и есть соответствующие приборы учета, отменяется сезонное разделение тарифов. Стоимость теперь будет на одном уровне в течение всего года – чуть меньше 20 копеек за кубометр. В Бобруйске в День Победы будет ограничено движение на нескольких улицах – на Комсомольской, Московской и Социалистической с 7 утра до 9 вечера. До часу дня участки дороги перекроют на Минской, Пролетарской, Пушкиной и Октябрьской. Водителям следует заранее планировать свой маршрут. Смарт-тариф. Белтелеком заканчивает масштабную реконструкцию сети. В планах у компании провести современный и быстрый интернет во все уголки Бобруйска и района. Какие еще уникальные услуги доступны клиентам? Подробности далее. Что такое интернет, телевидение и телефон, знают даже маленькие дети. А вот кто отвечает за их качество? Без сомнений, Белтелеком. За годы существования компания разработала свой уникальный список услуг. Накануне профессионального праздника здесь акцентируют: клиент всегда на первом месте. У нас достаточно широкий спектр услуг, которые мы предоставляем юридическим лицам. И одной из новинок на сегодняшний момент – это является услуга облачной ТС. То есть это современное решение телефонизации компаний, предприятий. Заботливым родителям предлагают безопасный интернет. Услуга поможет ограничить вредоносный контент, который поступает на устройство, и с помощью геолокации подскажет, где находится ребенок. Данная услуга помогает защитить наш телефон от угроз. С помощью данной услуги мы можем хранить безопасным способом наши данные и файлы. Данная услуга предоставляется для наших абонентов со скидкой на 30 календарных дней до 100%. Одна из самых популярных услуг у меломанов – подписка на Яндекс.Плюс. Помимо музыки, сервис предлагает скидку на такси и доступ к онлайн-кинотеатру. Новички могут целый месяц пользоваться платформой совершенно бесплатно, а своим клиентам Белтелеком предлагает уникальные условия. Преимуществом нашего предложения является то, что для оплаты вам не нужно делать привязку к вашей кредитной или банковской карте. Вся оплата списывается с вашего лицевого счета за основные услуги Белтелеком. И все же бренд, портфель компании «Интернет Байфлай», телевидение зала и Ясное ТВ. На достойном уровне выступают и видеоконтроль. По-настоящему удобный способ обеспечить безопасность своему дому, будь то многоэтажка или частный сектор. Круглосуточный доступ к камерам в режиме реального времени прямо в кармане. У абонента пакета услуг есть возможность оформить рассрочку на 24 месяца, к примеру, при покупке телевизора.
телевизора. Прямо на месте его настроят, и клиент сможет лично проверить работу техники. В ближайших планах компании закончить масштабную реконструкцию сети. Осталось покрыть небольшую часть частного сектора на Форштате и в Титовке. Не забывает Белтелеком и про Бобруйский район. Работы ведутся в Доманово, Ясном лесу и Величково. Город Бобруйск будет 100% покрыт этой технологией. И он станет одним из первых городов Республики Беларусь, которая фактически полностью сеть будет самая современная, самая высокоскоростная и самая качественная. Коллектив Белтелекома продолжает неустанно трудиться, чтобы самые передовые услуги связи были доступны в каждом уголке Беларуси. Главная миссия компании – объединять людей, предоставляя им свободу общения. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Народные хиты. Во Дворце искусств прошел концерт, посвященный юбилею заслуженного работника культуры БССР Виктора Балаханова. Программа состояла из 18 номеров. В этот вечер вместе с коллективом выступили и друзья – театр песни «Шананай», хор ветеранов и бобруйской музыки. В 2022-м маэстро исполнилось бы 80. Наш хор состоит из преданных делу людей, которые с самого первого дня основания хора, а это уже 46 лет прошло с того момента, ходят в наш хор, любят песню. В составе народного хора 20 участников. Медики, заводчане, психологи, педагоги. Коллектив по сей день собирает награды с республиканских и международных вокальных конкурсов. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!